Ну что, берем? Что-то он мне не внушает доверия. Ну а монтировку зачем? Целый час ездим впустую. Ну давай рискнем. Вам куда? Девушка, на Большую Никитскую. Ну, садитесь. Спасибо. Сколько самолет? 12:40. Не волнуйтесь, успеем. Вечерний выпуск новостей культуры с печального сообщения. На 68-м году жизни после тяжелой болезни скончался народный художник России, академик Академии живописи, лауреат Ленинской и государственных премий, замечательный российский художник-портретист Владимир Григорьевич Иваницкий. Это мой портрет Володиной работы. Собственно, этот портрет нас и познакомил. Такое ощущение, что это было вчера. Мы познакомились с ним на одном приеме в американском посольстве. Володя почти сразу сказал мне: «Я хочу, чтобы вы мне позировали». Я согласилась. Как она держится? Молодец. Я позировала ему на Масловке. Зима, декабрь. Холод ужасный. Володя варил мне грок на какой-то допотопной спиртовке. А Верочка, ей было тогда лет 6, я брала ее с собой, чтобы застраховать себя от возможных Володиных посягательств. So that means that Vera is the stepdaughter of Mr. Ivanitsky. Госпожа спрашивает, является ли Вера приемной дочерью господина Иваницкого. Да, но я никогда не делала из этого тайны. Анна Федоровна, приехал Георгий. Прошу прощения. Олег, там Георгий приехал. Надо. Извините. Да. Анна, я пришел, как видишь. Не мог не прийти. Не вели казниться. Вели миловаться. Здравствуй, Георгий. Олег, познакомься. Это Георгий Китовани, художник, старинный друг Володи. Олег. Это Олег, мой зять. Очень рад. Был друг, то раздружились. Я виноват, моя вина. Раздевайся, Георгий. Пришел, и слава Богу. Неужели прощаешь? Прощаю. И Володя бы простил. Анна Федоровна, очень много телеграмм. Правительственные, из президента Академии художеств, из разных городов. Хорошо, Эльза, я потом посмотрю. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, к сожалению, немного задерживается. Примите наши соболезнования. Хорошо, спасибо большое. Наташенька, сейчас приеду из Арагвы. Ты распорядись тогда. На кухню. Верочка,
Верочка, милая, пойдем к гостям, неудобно, что ты тут делаешь? Все собрались. Не понимаю. Не понимаю. Зачем надо эти винегреты резать? Полон дом чужих людей. Все жуют, водку хлещут. Мам, папа умер. Видеть никого не хочу. Мам, как теперь жить? Успокойся, Верочка. Успокойся, ты устала. Это христианские православные обычаи. Его еще никто не отменял. Ждет твоя репетиция. Ты что, с нами не можешь посидеть полчаса? Я опаздываю. Андрей, ты с нами обязан сесть за стол? Я никому ничего не обязан. Помянуть деда. Он мне не дед. Перестань! Отдай! Открой! Открой! Не открою. Мам, я накрыла на стол. Пойдем поменем отца. Саша, у меня врала. Я зашиваюсь. Мне послезавтра нужно сдать эту работу. Мамуль, ну что с тобой? Ну какой ты пример Андрюше подаешь, мам? Саша, если я не сдам вовремя эту работу, меня уволят с этого места. Я его ждала полгода. А если уволят, у меня тогда только один Арбат останется. Наполни рюмки. Борзеть. Сейчас пойду на преподавателя дышать. Водярой. Мать, мне как, до краев? Символически? Символически. Во жизнь. Куртку сними. Ты же меня за банк купила, если унюхаешь. Неделю пилишь. Ну как, не чокаясь? Ладно, пусть земля ему будет этим, как ее, периной? Пухом. Во-во, пухом, правда. Мать, у нас балык. Чума. Спасибо дедушке, что помер, я хоть балыка попробую. Саша. Андрей, Андрей, прости ее. Ну ты тоже, так нельзя, он был твоим дедом. Дедом? У меня не было деда. Андрей, хватит. Вы тут копейки считаете? Мать на двух работах ломается. Ты слепнешь за своим компьютером, а он? Не было никакого деда. Знать его не знаю. Все. Газеты свежие. Будете что-нибудь брать? Новости-то есть какие? Есть любые. Не знаю, что делать. Вчера разговаривала с Сашей Рукавишнику, хотела сказать надгробие. Сегодня позвонил Эрнст из Нью-Йорка. Говорит, Анна, я сам сделаю Володеньке памятник, я друг, я должен. Он сделает что-нибудь черно-белое. Что ты имеешь в виду? У отца не было ничего черного. Володя был светлый человек, без черного дна. Черное и белое есть в каждом человеке, все зависит от пропорций. Скоты. Кто? Ты о чем? Да, неважно. Нет, важно. Подонки. Мы, оказывается, зарабатываем на смерти отца. Мы открыли выставку его работ за 2 недели до смерти его. И знали об этом. Ну надо же, а? Это безбожно. Кто автор? Какая-то Влада Зарывайла. Бред. Олег, разворачивайся быстро на Цветной, в редакцию.
Молодец, Семен. А в каком она кабинете? Ах, это не она, а он. Прекрасно. Представляешь, это Влада зарывала, оказалась мужского пола. Добрый день. Кто из вас господин Зарывайло? Он же зашибайло, загибайло, заметайло. Вера, что за сленг? Это ты заметайло? Я? Он же зашибайло. Я ж тебя сейчас зашибу, мразь. А ну-ка, пошли со мной. А куда? Иди сюда. Чего ты скалишься-то, а? Пойдем поговорим. А чё? Ползи за мной. Ты знаешь, кто я? Знаю. У меня на вас досье. Как же ты мог такое нацарапать-то, а? Я ж тебя замету. За клевету. Вера, за явную клевету. Вера, отпусти его. Ты считаешь, что мы зарабатывали на смерть отца? А ты знаешь, что это было его предсмертное желание, а? Чтобы я открыла эту выставку. Ты знаешь это? Вера, я умоляю тебя, отпусти этого господина. Ты знаешь, что я полгода назад купила эту галерею, особняк в центре Москвы, по уши в долги залезла. Ты знаешь, сколько это стоит? Говори, кто заказал тебе эту статью? Это же статья заказная, это же видно. Кто дал тебе бабки? Вера, пощади меня, не говори на жаргоне. С ними по-другому нельзя. Сколько тебе заплатили за эту мерзость? Сколько? 200? 300. Я даю тебе 350. При условии, если ты назовешь имя заказчика и не смей подсунуть мне липу. Я тогда с тобой по-другому поговорю. 400. Кошмар. Какая-то баба заказала ему эту мерзость. Он знает телефон посредника, но это уже полдела. Дай сюда. Мам, ты чего? Я заплатила 400 баксов. Ты что? Хоть 1000. Мама, эта женщина наш враг. Враг нашего отца, ты понимаешь? И мы должны... Что, мстить? Как? Как? Ты наймешь двух мордоворотов, прикажешь им отметелить ее в парадном? Вера, ты была мне сегодня неприятна, если не сказать хуже. Я защищала нашу честь. Честь нашего отца. Честь отца – абсолютная категория. Она не нуждается ни в какой защите. Мам, я должна знать имена его врагов. А я не хочу знать имена его врагов. Я знаю, у него их было сверх меры. Они были, есть и будут. Он знать о них ничего не хотел. Он никогда не опускался до плебейской свары. Вспомни слова своего отца. Никогда не говори с подонком на его языке. Будь выше. Ты выше его. Ты его дочь. Помни об этом. Вам куда? Преображенку. Здравствуйте, Галина Васильевна, голубушка. Приношу вам мои соболезнования. Не узнаете меня? Ну, да это и понятно, столько воды утекло. Здравствуй, Сашенька. А я помню, вот так же
горлышко замотано. Она кричит: у меня сангина, у меня сангина. Сангина вместо ангина. Ну, это и понятно, дочь художника. А это что у вас? Да это так, на всякий случай. Мало ли кто в машину сядет. Значит, подрабатываете. Угу. Бомбим в натуре. Кажется, так изъясняется ваша клиентура. А, все-таки узнали, Галина Васильевна. Ну, проходите, Гена, раз уж пришли. Саша, познакомься, это Геннадий, давнишний друг твоего отца. В те былые времена был студентом юрфака. А теперь, надо полагать, преуспевающий адвокат. Да, не Версаль. А он вам вообще не помогал материально? Мне неприятен этот разговор. Мы ни в чем не нуждаемся. И в вашем сочувствии тоже. Это не праздное любопытство. Дело в том, что, не знаю, в курсе вы или нет, Вальдемар Владимир Григорьевич успел составить завещание. Завещание? Я об этом как-то не подумала. Угу. Я при всем акте присутствовал. Не на правах адвоката, у него был свой. На правах старого друга. Завещание гласят на 40-й день после его смерти. Такова воля покойного. Простите. Алло. Ни шагу. Дура лекс, сет лекс. Суров закон, но он закон. Все, через час, меня нету. Я в процессе. Я прошу прощения, извините. Что, полная фиаско? Так? Я угадала? Увы. Все отписано Вере, приемной дочери, ну и неутешной вдове, разумеется. Вам ничего. Ни вам, ни Саше, ни внуку. Бедный. Бедный Володя. Мама. Ну что ж теперь, ложки-плошки делить, что ли? Разве в них дело? Он меня снова ударил напоследок этим завещанием. Ты для меня никто, Саша никто и Андрей. А ты говоришь, чашки-плошки. Там совсем не плошки. Там загородный дом на Николиной горе. Там две квартиры в Москве. Вилла в Испании, вилла на Кипре, яхта. Коллекция русского дореволюционного фарфора, единственная в своем роде, богатейшая. За ней три музея охотятся, включая Лувр и Эрмитаж. Коллекция икон, целый парк авто, там уникальные есть модели. Это не считая его картин, золушки вы мои, без серебряницы. Так вот, Галина Васильевна, Александра, вы имеете законное право, я подчеркиваю, законное право на долю в этом наследстве. Почему же он так с нами поступил? Ну, эта тема деликатная, я бы даже сказал, приватная, касающаяся только двоих. Ну, поскольку вы спрашиваете, а Владимира уже нет с нами. Он говорил, что вы его никогда не любили и вышли за него по расчету. Господи, по расчету. Да мы оба были голодранцами. Вот, Галина Васильевна, поэтому я здесь. Мне больно за вас. Я здесь потому, что я хочу постоять за вас. Дело запутанное, поэтому надо бороться. У вас все шансы на успех. Вот это вот моя визитка, а это визитка моего друга. Замечательный адвокат. И если вы не против, он берется вести ваше дело. Галина Васильевна, вы обязаны отсудить у этих прелестниц свою часть наследства. Обязаны. Обязаны. Не ради себя, а ради дочери, ради внука.
16 лет. У них вся жизнь впереди. Галина Васильевна, ну о себе подумайте. Седьмой десяток. Ночью по Москве с монтировкой. На разбитом «Жигуленке». Это право небезопасно. Вы должны беречь себя. Вы не бесприданница. И после вашего Паратова еще много чего осталось. Оскорбленные родственники вам еще не звонили? Да нет, обошлось. С какой стати? Ты что ли скотина донес? Да мало ли. Может, они сами вычислили. Ты меня смотри. Думаешь, меня заложить, я тебя сам зарою. Зарываю. Вот. Значит так, аванс получил. Вот тебе оставшиеся. Все нормально? Вы сами-то паспорт читали, довольны? А чего? Как просили, так все написал. Мол, папина дочка знала, что кормилец через неделю-другую лапти отбросит. Подсуетилась, вовремя выставку открыла. Делает бизнес на папиных костях. Читали, читали. И имели удовольствие. Теперь вот что. У тебя в московский комсомолец ходы-выходы есть? Был ход, теперь нету. Не и ход забетонировали, и выход. Хорошо, хоть живой выбрался. Успел. Я маневренный. Я вижу. А в новости за неделю? Можно попробовать. Сколько? 300. А что? Газетка раскрученная, тираж немедленный. А что писать будем? Опять семейку Айвазовского поливать? 200. 250. Ну я не на себе, а меня зав. Отделом замазать надо. Ладно, сиди, жди. Значит так, МК ему не поднять, рылом не вышел, не пускают его в калашный ряд, харю свиную. Новости за неделю 200 с полтиной, как? Нормально. Текст. Понятно. Опять наезд на святое семейство. Слушай, Лер, тебе надоел? Я ненавижу их обеих. Ты раньше ненавидела их обеих, терпела, ничего. Раньше все было по-другому. Раньше он был мой. А теперь, когда она у гроба, вся в черном, вся из себя, под вуалеткой, он был ее, понимаешь? Это ее показывали по всем каналам. Это она была рядом с ним. А я с ним даже проститься не могла. Я даже на кладбище не могла пойти. Ну что ты несешь? Он ничей. Он уже ничей, понимаешь? Он свободен, он освободился. А ты вашей этой бабьей грызни за его бумажник и за его душу. Да не грызлась я с ней никогда. Она даже не знает про меня. А деньги его меня вообще интересовали меньше всего. Я и сама не нищая, ты же знаешь. Единственный раз в жизни пошел у тебя на поводу. Знаешь, сам себе омерзителен, простить себе не могу. Хожу у тебя по веревочке. Охренела. Охренела, уходи. Уйдешь, я тебя от ведьмы. Ладно, все, иду к этому барозаписцу и отправляю его к чертовой матери. Как я люблю, когда ты мужик. Когда сам принимаешь решение. Я всегда мужик. Не всегда. Саша, ты дома? Саша, у нас угнали машину. Ой, мам, успокойся. Никто ничего не угнал. Господи. Я ее продала. Господи, я чуть не умерла. Зачем? Затем, что нам нужны деньги. Гена же сосватал нам хорошего адвоката. Так вот, я ему сегодня звонила,
И он сказал, что мы можем выиграть этот процесс. Я буду бороться за свою долю наследства. Ну, Борис. А у меня уже нет сил. Ты всю жизнь себя не жалела? Меня не жалела. Ты хоть Андрюшку пожалей. Мы же ему кроссовок нормальных купить не можем. Давай, Валерий, дели Николину гору, дачи, машины, ложки-плошки, воздушные замки. Между прочим, там не воздушные замки. И все это принадлежит нам по праву. Околел, пока тебя ждал. Чё так долго-то? Дедушке сегодня 9 дней, я пока свечки поставила. А ты чё не зашел? Ты ж крещеный. Бабушка тоже не пошла. Она ж тоже крещеная. Ну и что, не пошла? Бабушка пошла, только она пошла в ту церковь, где дедушку отпевали. Понял? Прощалась с твоим отцом. Ты с ним 2 года назад простился. Теперь уже навсегда. Вовка, а ты его помнишь? Ты помнишь его лицо? Ты же его 2 года не видел, забыл, наверное. Я видел месяц назад. Как месяц? Ты что такое говоришь? Я же запретила отцу встречаться с тобой. Вовка, ты меня не обманываешь? Мы потихоньку. Папа подкупила мою Бонну. Она меня к ним отпускала. Я теперь тебе об этом говорю, потому что ты все равно ее выгнала. Папа приезжал за мной на своей машине, пока ты была в своем офисе. Такая классная машина. А шофер порулить не давал чуть-чуть. Мы ездили везде, гуляли на батыках, а 2 последних раза уже не гуляли. Папа машине вот так в постели лежал. Сказал, что не может ходить. Он такой был худой и старый. А что он тебе сказал на прощание, ты помнишь? Помню. Он поцеловал меня и в щеку. А в ладонь. Щекотно. Сказал, что он меня любит. Что я его сын. А еще он сказал, прости меня.
краю, кстати. Привет. Ну что у вас здесь происходит? Да, так, все нормально. Хорошо. Думаю, мы все успеем. Вы на постоянную экспозицию или на выставку работы Иваницкого? Вторую. Билет стоит 40 рублей. Ну, как вы хотите. Хотите, мы договоримся с вами по часовому, хотите? Как вам удобно. Поэтому вернемся. Леша, все сняли, да? Ребята, у нас совсем нет времени. Мы должны еще успеть снять скульптурную группу внизу. Вер, самые дорогие для тебя картины мы снимем отдельно, хорошо? Ну, конечно, я помню. Вам нравится картина моего отца? Да. Мне нравится картина моего отца. Спасибо. Вашего? Вы не оговорились? Нет, я не оговорилась. Меня зовут Александра Владимировна Иваницкая. А-а-а. Вот оно что. Да, я знаю о вас. Когда-то в юности я даже просила отца познакомить нас. И он отказался? Да, он отказался. Значит, вы Александра Иваницкая. Мне что, паспорт показать? Зачем же, мы не на таможне? Да. Вы неплохо зарабатываете на имени моего отца. Вас что, не устраивает цена на билет? Поверьте, она почти символическая. А вы знаете, сколько я трачу на аренду помещения? Сколько стоит содержать штат? И сколько стоит моя крыша, извините за прозу жизни? Я ни копейки не зарабатываю на галерее. Наоборот, я трачу свои деньги. Я по уши в долгах. И все это ради отца. И вообще, почему я должна перед вами отчитываться здесь? Что касается ваших денег. Насколько я знаю, через 3 недели будет оглашено отцовское завещание. Так вот, мне также известно, что нас с матерью в нем нет. Да, откуда вы знаете, если еще не было оглашено завещание? Да неважно откуда. Знаю и все. Я еще не знаю, а вы уже знаете. Так вот, я хочу предупредить вас. Я собираюсь бороться за свою долю наследства.
Ради бога. Боритесь на здоровье. Любимое русское занятие – бороться все равно за что. Что значит «все равно за что»? Я очень хорошо знаю, за что, ради кого и ради чего я собираюсь бороться. Боритесь! Света и с собачкой, пожалуйста. Кто бы мог подумать? 5 лет носом не казал. Привет. Привет. У нас пра. Чую, обоняю. Да. Накурила. Хоть топор вешай. Пол пачки Казбека выкурила. Пол бутылки водки выжила. Ни в одном глазу. Класс, да? Супер. Мам, смотри, что он мне подарил. Да. Мам, смотри. Класс вообще. На какой помойке она это нашла? Здравствуй, пра. Что ж вы водку без закуски пьете? Поминальную стопку сроду ничем не закусывала. А мальчик дурно воспитан. Что не скажешь, ржет, как сивый мерин. Галя, Саша, и ты садись. Ну, с Богом, девочки. Помянем Володю. Да, ты как не умела пить, так и не умеешь. Куда мне до вас? А что ты синим цветом накрасила ногти? Ну, это же не синий, ба. Это светло-голубой. Ну, сними, сними. Сейчас снять? Сейчас сними, а то ходишь как покойник. Кстати, о покойниках. Галя, пойдем. Вот смотри, это тебе от меня. Купила 2 штуки. Одну тебе, другую себе. Поставишь на антресоль, пусть ждет. Чего ждать-то? Смерти моей. Ну, как в жизни бывает. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот Володя умер, а плиты нет. О таких вещах надо заранее все продумывать. Потом меня благодарить будешь. С того света? Ты не изи, не изи. Вот ты первые цифры сама выбьешь, а вторые Саша, когда время придет. Целуй. А. Бабуль, ну ты у нас будь здоров. Знаешь, как меня третий муж узнал? То есть, прости, четвертый. Могучая кучка. Это после лагерей, после цинги. Вот зубы какие. Зубами могу грецкие орехи грызть. Ну?
Мне пора. Встали? Галина, плиту береги. Мрамор всегда в цене. Пошли. Галина, ты хоть теперь моего Володьку просила? Да бог с вами, Ираида Антоновна. Я его всю жизнь любила. И он тебя любил? Нет. Не спорь, я знаю, любил. А ушел, потому что ты сама виновата. Саша, а ты на моего сына зла не держишь? Он же мой отец. Выброси ее. Я тебе новую подарю. Далек. С ТВ-центра буду, да? Ну, это очень хорошо. Сотня жульенов? Ну, это просто обжираловка какая-то, а не фуршет. Ну, да. Да, я буду минут через 40, если не попаду в пробку, как всегда. Хорошо. Да, Олежек? Ага. Добрый день. Добрый. А вы с мужем разговариваете? Привет ему от меня. А от кого, простите, мы же не знакомы. Разве? А разве он нас с вами не познакомил? Кто он? Алло? Он повесил трубку. Ну так давайте познакомимся. Давайте. Лера. Лера? А где мама? Вы ведь мамина гостья, да? Ну, в какой-то степени. Извините, я не могу вам уделить ни минуты. Как жаль. Через час вечер памяти отца в моей галерее. У вас галерея. Какая вы молодец. Галерея Вера. Наслышана. И специалисты нахваливают, что особенно ценно, не правда ли? Очень точные критерии отбора. Ну, это понятно. Вы дочь своего отца. Вы были знакомы с ним? Да. Была. Лерчик, ты дома? Слава богу. На улице такой мороз. Ну что, едем? Я и раздеваться не стану. Добрый день. Добрый день. Целый час провела в парикмахерской. Ну что, познакомь меня со своей приятницей. Вы с нами едете? Ничего не понимаю. А мне казалось, вы гостья моей мамы. Как видите, нет. Подожди меня в машине. Тогда я не понимаю, как вы вошли сюда? Кто вам открыл дверь? Я же отпустила сегодня всех своих помощниц. Как я попала? А у меня есть ключи от вашей квартиры, а так называемые летние. Летние? Угу. Июньские. А вы ведь, как правило, с маменькой в июне устраивали себе римские каникулы. Или парижские. А в прошлом году, если мне не изменяет память, вы были в Египте. Так вот, вы в Египет. А я сюда, к Володеньке. Убирайтесь вон отсюда. И не подумаю. Нам предстоит очень длинный и важный разговор. Вера, кто это? Это Лера. Бывшая любовница вашего мужа. Мать его единственного сына, официально им усыновленного. Что немаловажно, кстати, согласитесь. Я сейчас позвоню мужу, он вызовет охрану. И если вы сейчас же не уберетесь отсюда, вас просто... Звоните.
Звоните Олегу, он будет рад меня видеть. Последний раз мы с ним встречались месяца полтора назад. А недавно он мне звонил и сказал, что безумно скучает. Что я лучшая женщина, которая была у него когда-либо. Так что, Верочка, звоните Олегу, он будет счастлив. Так, с кем еще в этом доме вы успели переспать? Летняя Лера, июньская пташка. Олег, немедленно домой. У нас ЧП. Да, я понимаю, что вечер. Пускай начинают без нас. Да, это срочно. Мам, пошли, я тебя уведу в спальню. Почему же я останусь? Вы пришли, чтобы свести с нами счеты? Вы выбрали для этого не самое удачное время. Напротив, самое удачное. Через 3 недели будет вскрыто Володенькино завещание. Так вот, я хочу, чтобы вы знали. У Владимира Григорьевича есть сын. И назвала я его в честь папеньки. Володя. Мой муж мне не изменял. Не изменял, блаженный верующий. Изменял. Он даже мне изменял. Я на 30 лет его моложе. Такой уж он был человек. Мачо. 100-процентный мужик. Последний раз я застукала его в мастерской 3 года назад. За год до нашего с ним расставания. Угу. Бред. Я не верю вам. Ни единому вашему слову не верю. А хотите, я покажу вам свидетельство о рождении, где черным по белому написано Иваницкий Владимир Владимирович. Документы можно подделать. Чего вы добиваетесь? Зачем вы устроили весь бездарный фарс? Может быть, и от моего Олега вы произвели на свет какого-нибудь потенциального наследничка? Хорошая мысль. Замечательная идея. Дарю. Алло. Да, Олег. Нет, ничего, успокойся. Да, ну поторопись. Да. Я прошу вас оставить наш дом. Хотите устроить нам очную ставку? Ну нет, я не так жестока, как вы. Ну чего мужика ставить в дурацкое положение? Он и так у вас затюрканный. Подай, принеси, убери. Думаете, Верочка, я не знаю? Как пару лет назад вы запустили в него мраморные пепельницы. Знаю. И у него такой шрамик остался, такой маленький, на левом предплечье. На счастье. Нет, не будет вам счастья, не разбилось. Немедленно покиньте наш дом. Ухожу, ухожу, ухожу. Ключи. Ухожу. Ключи? Возьмите, это полумеры. Не ровен час. Вот сделаю дубликат себе. И ворвусь к вам ночью. И стащим чего-нибудь. Вот, например... Вот эту картиночку, девушку с копьем. Это ведь Володечек, царство небесное, с меня ее рисовал. 15 лет назад, правда. Я ведь, вы знаете, в молодости увлекалась спортом. Я метала копье. Убирайтесь вон отсюда. Да ухожу, ухожу. Ухожу, ухожу. Ухожу домой к себе. Thank you.
Вера Антоновна, где вы? Верочка, что случилось? Ты здорова? А Анна Федоровна, где она? Вера, объясни, там все уже собрались. Каблуков даже приехал. Оказывается, ты изменил мне, радость моя. С кем? Так значит, их было много, да? Девушка с копьем. Подожди, это работа твоего отца. Да, зачем? Это работа моего отца. Это и твоя работа. Вы оба поработали. Кобели проклятые. Я тебя прошу, все, будь... все, вот твои чемоданы. Я тебе все объясню. Я подаю на развод. Где мне надоело? Послушай, это страшно. Выслушай хотя бы. Приснится. Да подожди, мой муж что ты говоришь? Да никто тебе... С любовницей моего отца. О чем ты говоришь? Я... Кавка пополам с Фрейдом. Минута, и я закончу. Вы не замерзли? Нет, нет, что вы, я-то нет. Вот вы. Готово. Ух ты, здорово. Обалденно. Это же надо красота. Так точно суть схватить. Ага. Вот это профи, это я понимаю. Ой, какая красота. Спасибо большое. Пожалуйста. 15 рублей сверху. За мастерство. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Добрый день. Добрый день. Вы хотите, чтобы я вас нарисовала? Нет. Я хочу вести ваше дело. Здравствуйте. Галина Васильевна, голубушка. Здравствуйте, Гена. Но вы же нам... Мужчину в адвокаты сосватали. Галина Васильевна, ситуация изменилась в лучшую сторону. Познакомьтесь, это Елена, восходящая звезда московской адвокатуры. Очень приятно, Лена. Но мужчина как-то надежнее. Мужчина надежнее. И это говорит женщина, которую бросил муж. Уволил по статье начальник-взяточник. И надул бывший зять. Умудрившись при разделе общей квартиры отправить вас троих в Очаково, в панельный скворечник. И заметьте, все эти трое мужчины. Они надежны? Браво. Вы все обо мне знаете. Ну, а я что говорил? Ну, мы согласны на Леночку? Что ты собираешься делать? Я подаю на развод. Верочка, милая, не наломай дров. Я не верю ни одному слову этой дряни. Половина из сказанного ею правды. Что? Ну, договаривай. Она была любовницей отца и родила ему сына, это правда. Прости, что говорю тебе об этом. Видишь, я 10 лет молчала. Зачем? Зачем ты молчала? А зачем тебе знать об этом? Зачем тебе это было? Отец тогда пришел ко мне за советом. Выпил для храбрости. Бухнулся в ноги. Это было 10 лет назад. Это девушка с копьем была тогда беременна, он хотел оставить тебя и уйти к ней. Он плакал, сказал, что Верка, как скажешь, так будет. Ты же знаешь, я всегда была для него верховной судья. И за мной было последнее слово. Зачем ты 10 лет молчала? Затем, что я тебя щадила. Для тебя был всегда икона, праведник. И слава Богу. Я ему тогда сказала, если ты уйдешь, папочка, я тебя прокляну. Пусть эта дрянь хоть тройню рожает. Видишь, он остался. И у тебя было 10 лет счастья.
ценой. Вот мы теперь и платим. Слава богу. Лер, ну где ты? Слушай, я пришел, тебя нет. Два часа жду. Мобильное отключила. Володьку еле уложил. Он все, уснуть не мог, спрашивал, где ты. Ну, шо ты с ним? Ой, не надо, знобит меня. Слушай, принеси мне что-нибудь выпить, я покрепче себе тоже. Я за рулем. А ты где была? Адвокат твой раз пять звонил. Ну что, затеяла грандиозную разборку? Имею право. Там наследство. Здесь наследник. Понятно. Правда, непонятно, что я здесь делаю. 10 лет делю тебя с этим старым козлом. С ума сошел, что ли? Он же покойник. Ты что, мне ревнуешь к покойнику? Этот покойник для меня живее всех живых. Что ты хочешь, а? Ты мне сказал сделать выбор. Или ты, или он. Я выбрал тебя. Не видела его 2 года. Да перестань, ты перестань. Все равно он был здесь. Все время был здесь. С нами третий незримо. Ты знаешь, я же шкуры чувствовал, что ты постоянно делаешь выбор между ним и мной. И сравнение это было не в мою пользу. Ты можешь запретить мне видеть его. Но запретить помнить его ты мне не можешь. Так. Значит, он все время будет здесь, да? Живой, мертвый, не имеет значения. Шикарный у нас любовный треугольник получается, а? Ты, я и покойник. Нет, Лер, я так не могу. Не можешь, уходи. Я тебя никогда не держала. Садитесь, я вас подвезу. Спасибо, я уже пришла. Садитесь, нам надо поговорить. Лера. Саша. Знаю. Знаю, что вас зовут Саша. Что вашего сына зовут Андрей. Что он учится в Гнесинке по классу виолончель. А вы там преподаете? Точно. А кто вы? Ваш сын получает стипендию, как один из лучших студентов Гнесинки. Ну да. Деньги приходили из Лондона от какого-то мецената. Это деньги вашего отца. Послал их Андрею и еще 4 студентам. Видите, какая конспирация. И все для того, чтобы вы не догадались, что он помогает своему внуку. Господи. Неужели это правда? Правда. Деньги отправлял через мою фирму. И я ему помогала. Основная часть откладывалась на его поездки. Ну да. Андрей вроде бы должен ехать этим летом в Лондон на стажировку. А вы знаете, где я живу? Знаю. Я многое о вас знаю, Саша. Можно мне к вам подняться? Ну, конечно, разумеется. А, Лера, кто вы? Вашему сыну 16 лет. Ну да. А моему 10. И он ваш сводный брат.
Вы знаете, у меня дома мама, и мне бы не хотелось, чтобы она узнала об этом. Ну, хорошо. Только она все равно скоро все узнает. Через 2 недели будет оглашено Володино завещание. Да я знаю. Нас в нем нет. Как это? Да этого не может быть. Если Володя помогал вам до последних дней. Нет, этого не может быть. А кто вам сказал, что вас нет в завещании? Да неважно. Этому человеку можно доверять. А, ну ясно. Это 2 эти суки. Вдова и галерейная крыса. Ну, все правильно. Если учесть, что Володя в последнее время почти не вставал, он же был очень болен. Но это они его и настроили против вас. Я буду бороться. Я буду бороться за свою долю наследства. Правильно. А я тебе в этом помогу. Только мы должны быть вместе. Мы должны быть союзницами. Мы их раздавим, этих гнид. И ты получишь свою долю. Вы что, готовы бороться за мою часть наследства? В ущерб своей? Сань, я баба не бедная. Дело же не в деньгах и не в этих антикварных сундуках. Я просто их ненавижу. А я и Анне уже сказала, кто я такая. Господи, зачем? Да. И Верочка этой, крысе дочки ее, что ее муженек изменил ей со мной. Что, это правда? Ну, не совсем. Что значит не совсем? Да не было ничего. Как-то все это не для меня. Вы знаете, Лер, я не буду рыться в чужом белье. А ты такая вся беленькая и пушистая, да? Такая вся чистая и пречистая. Только что из прачечной. Тетя Ася приехала, да? Мне нужно идти. Дура ты. Они же 2 раза тебе поимели. Я же знаю, почему ты с мужем развелась. Знаю. Потому что он пришел к твоему отцу и стал требовать, чтобы тот вам помогал. Требовал денег. А ты об этом узнала. Узнала и сказала ему, значит, ты женился на мне, потому что я дочка знаменитости. Так? Перестаньте. И подала на развод. Перестаньте. Я с вами не собираюсь обсуждать свою личную жизнь. Да ради бога. Лера. А вы любили? Вы любили моего отца? Я и сейчас его люблю. Черт, я в собачьем бежать из этого дворянского гнезда надоело. Уходи! Нет, мы уйдем с тобой Пусти вместе. Меня. Нет! Пусти, я сказал, я никуда с тобой не пойду. Нет, пойдешь ты, жена, мне или нет? Нет. Да понятно, все ясно. Да, ты всегда прежде всего была дочкой своего папеньки. Потом все остальное. Не смей так говорить. Великой жертвой, ну конечно. Его уже нет. Да ну, я-то есть, ты всю свою жизнь посвятила ему. И мою тоже. Ну давай. Давай, выставляй счет. Самое время. Да, время. Ты на меня посмотри. Чем я занят? А? Забросил свое дело, бизнес. И шачу на твою галерею, Третьяковка гребаная. В долгах, как в шелках. Чем я там занят? Здоровый парень, перережу картинки. С одной стенки на другую. Не картинки, а картины. Он Владимир Иваницкий. Да? Но это моя жизнь. И ты моя жена. Я не буду больше жить в этом музее. И ты тоже. А я буду. А ты иди-ка ты. К своей девушке с веслом. С копьем. Знаешь, пойду. Пойду. Ты все равно меня никогда не любила. Ты любила только своего папочку. Ты даже ребенка не могла мне родить. Володи в подкидного дурака. Нашли года.
Владимир, твой ход. Вот. Бери карту. Не жульничать. Здравствуй, Ида. А свита где? Рассчитала всех и для матери. Воруют. Водку жрут тайне. Донос на меня написали в Рео. И что шьют? Антисоветчину. Я вроде сказала, что Путин не лучший выбор. А он мне нравится. Ида, антисоветчина вместе с Советчиной канула в лету. Нет, ну это вопрос терминологии. Ты же знаешь, что я всегда была в оппозиции к власти. Вот за это и пострадала. Слушай, как он похож на Володьку, а? Он и жульничает, как Володька. Ты знаешь, ребенок плохо воспитан. Ругается матом. Ой, да ты сама ругаешься, как сапожник. Ты же его и научила. Матом он ругается. Ой, какая прелесть. Дай померить. Ну, держи. Давай, давай другую руку. Давай. Так, попадаешь? О, так. Смотрите, пожалуйста. Ну, чем я не Наоми Кэмпбелл? Лера, отдай мне эту шубку. Ну что? Прикольно, Володенька? Прикольно. Ба, да ты просто модель. Какая тебе ба? Я кто? Ида. Лера, подари. Подари мне этот куртец. Для тебя это слишком авангардно. А для тебя не слишком? Вообще-то ты, Ида, молодец. В такой форме. 47-й размер. Я всегда в форме. А 47-го не бывает? Бывает 46 или 48? А у меня 47-й, я штучная. У меня своя мерка. Володя, пойди сюда. На, затянись. Еще, давай. Ты что, сбрендила? Ида, господи, ничего, боже мой. Ничего. Иди отсюда. Ничего, я еще доживу, когда ему будет 14. Я еще ему первую рюмку налью и к Белошвейке отведу. Какие Белошвейки, Ида? 21 век. На, держи. Ну, это вопрос терминологии. Всегда можно найти пристойную женщину, которая сделает из мальчика мужчину. Что ты говоришь? Ему уже 10 лет всего. Ну? Я пошла. Спасибо тебе, девочка. Наследника родила, продолжателя рода. Володенька со спокойной душой уходил, сознанием исполненного мужского назначения. Не прервался род-то. Не сгинули Иваницкие. Древний род, Лера, сильный. От Рюрика счет ведем. На моего Володьку зла не держишь? Дарю. Это каракуль. Не все тебе в суслики ходить. Зачем вы пришли? Опись имущества или оценка? Но вы же сами меня позвали сюда. Я вас? Ну да.
Мне позвонила бабушка и сказала, что вы хотели поговорить со мной. Старая интриганка. Я ни о чем не просила. Верочка, это Олег. Я не буду разговаривать с ним. Алло, Олег. Ну что же вы стоите? Садитесь, раз уж пришли. Пожалуйста, вот это кресло. Кто знает, может, оно останется вам при разделе имущества. Очень хорошая фирма, дорогая. Ну зачем вы так? Не успели отца оплакать. Набежали, как саранча. Девушки с копьями. Однажды я прочла интервью отца. Его спросили о его детях. Так вот он ни словом не обмолвился обо мне. Зато с нежностью говорил о вас. О том, какая вы талантливая и прекрасно рисуете пастелью. Знаете, как мне было обидно. Догадываюсь. Навряд ли. Чтобы это понять, надо пережить это. А мне тогда жить не хотелось. Мне было 11 лет. Верочка, опять Олег. Я же сказала, я не буду с ним говорить. Олег. А ваш муж ни в чем перед вами не виноват. Откуда вы знаете? Знаю. Он не изменял вам. Вы это знаете. Все знают, все со всеми спали. Просто какой-то клубок. А из клубка копья торчат. Да при чем тут копья? Я просто хочу помочь вам. Сочувствуете и хотите со мной судиться? Да, я вам сочувствую и собираюсь с вами судиться. Кстати, а откуда вы знаете, что вас нет в завещании? Нам сказал его друг. Он присутствовал при составлении завещания. Полчаса едем, не могу решиться. Ты отвозил моего мужа к этой женщине? Какой? Их что, много было? Алёш, скажи правду, я на тебя зла не держу. Ты человек подневольный. Тебе приказали, ты повез. Возил. И мальчика видел? Видел. У Володьки маленького в то время как раз занятия заканчивались. Раз в месяц мы ему подарки дарили. Подъезжали к колледжу. Да когда там оканчиваются занятия? Мы успеем, Алёша? Успеем. Да. Понятно. Спасибо большое. Прекрасно. Вдова на даче. Ничего, я узнаю ее дачный телефон. Вы ей позвоните и договоритесь о встрече. Нет, я не буду с ней встречаться. Галина Васильевна, это неконструктивно. Мне не о чем с ней говорить. Галина Васильевна, это позиция страуса, голову под крыло. Я не хочу с ней разговаривать. Я не хочу ее видеть. А суд? Ну что же вы явитесь в суд с повязкой на глазах? Ну так там уже есть одна такая, Галина Васильевна, Фемидой зовут. Вы ей позвоните. Будете предельно вежливы, договоритесь о встрече. Понимаете, вам надо попытаться договориться с нею на берегу. По-хорошему, не в судебном порядке, а в приватном. Вот он.
Это Юра с ним. Друг этой женщины. Повезло мальчишке. Он для него вроде отца. Настоящий мужик. Правильный. Хороший мальчик. На Володю похож. На дачу едем. Алло. Да, я слушаю. Кто? Нет, не удивлена, меня уже ничего не удивляет. А вы это знаете? Повидаться, поговорить? Ну что ж, соблаговолите передать ваш адрес моему шоферу. Да, я могу подъехать прямо сейчас. Он всегда говорил, что мы похожи. Один тип лица. Не знаю. Не думаю проходить. Вот здесь мы и живем. Как сказал один мой знакомый, универсаль. Володя не единожды предлагал вам деньги. Вы неизменно отказывались. Значит, он говорил вам об этом? Конечно. У него вообще не было от меня секретов. Он часто говорил о вас. Я была уверена, забыл. Он помнил вас. Однажды он даже назвал мне истинную причину вашего развода, не пожалев при этом и себя. Неужели? Вы ведь учились вместе на одном курсе. Володя сказал, что вы ушли из института, устроились работать в КБ-чертежнице, поставили крест на своей карьере. Это была жертва. Ваша жертва. И он нашел оптимальный выход. Бросил меня и Сашу. Так о чем вы хотели со мной поговорить? О Володином завещании. Саши нет в числе наследников. Я думаю, это несправедливо. А что вы называете справедливостью? Все поделить? Анна Федоровна, наступил такой момент, когда все мы должны определиться. Я не настаиваю на равных. Еще бы не хватало, чтобы вы настаивали. Но какая-то разумная доля наследства. А что вы имеете в виду под разумной долей? Анна Федоровна, я не могу говорить в таком тоне. Вы отказывались от его денег, пока он был жив. Как только он умер, вам они понадобились. Да, но я не вижу в этом ничего предосудительного. У меня дочь, внук. Вы видите, как мы живем. И мы не беспокоили вас все эти годы. А могли бы побеспокоить? Вряд ли. Вряд ли смогли бы вы понять меня. Для того, чтобы понять меня, нужно было пережить все то, что пережила я. А вы думаете, что я ничего не пережила? Особенно последний месяц, когда он умирал. Уходил в муках. Умирал дома. Он ненавидел больницы. А я была рядом. Видела все его страдания. Врагу не пожелаешь такой пытки. Простите меня. Иду, иду. Гена, вас прям не узнать. А что вы здесь делаете? Сашенька, я здесь по делам фирмы. Ну а почему вы не бриты? Я не здоров.
Вы позвонили мне, настояли на встрече. И вы хотели сообщить мне нечто важное. И я весь внимание. Вера? Иваницкая? Не ожидал меня увидеть, да? А? Адвокат. Да тебя поперли из адвокатов, как только ты моего отца подставил. Александра, вы обещали приехать одна. Это что? Провокация? Провокация, да? А что ты натворил с ней и с ее матерью? А? Хотел нагреть их, да, на 400 баксов. Не надо, не плюс надо, не надо, не 100 надо. Долларов за посредничество, да? Теперь ты здесь и пробиваешь. Я хотел помочь Александре Владимировне. Прочел в газете «Некролог», вспомнил, что у отца две семьи, да? Александра, вы зачем ее привезли? Вы обещали, я вам доверился, и вы меня обманули. Это низко. Ты помолчал, аферист чертов! Все просчитал. Пришел, навешал лапшу на уши Галине, что вас, мол, нет в завещании. Срубил бабки и деру. Устроил маскарад. Одолжил у кого-то дубленку, да, мобильник. Мобильник мой. Я все-таки завскладом. Угу. А говорил, что адвокат? Да, адвокат. Заведующий складом. Выкрутился. Короче, деньги назад. Понял. Тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо до совета жить. А сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо. У нас закрыл. Открой, скотина! Здесь же нет ни души, а? И окна здесь нет, а? Окна-то нет. А выход есть. Выход всегда есть. Алло. Алло, Олег. Ты где? Нет, я с тобой не мирюсь. Пули сюда! Третий казарменный, дом 12. Меня здесь заперли. А? Что? Правильно сделали, да? Да. Ну что? Как прошел разговор? Почему у вас дверь не заперта? Вы договорились о главном? Вы определили доли? Какие доли? О каких долях можно говорить, когда там такая драма? Драма? Очень хорошо. А что у нее стряслось? Вы что, здесь диктофон оставили? И мне ничего не сказали? Но вы все равно были бы против. Вы же законопослушная. У меня свои методы работы. Да, я законопослушная. И поэтому я отказываюсь от вашей работы. А гонорар можете оставить себе. Ты жива? Жива. Познакомься. Это Саша. Моя сестра. Саша, познакомься. Это Олег. Мой бывший муж. Настоящий. И будущий. Должны срочно позвонить этой женщине-адвокату и отказаться от ее услуг. Я это уже сделала. А познакомься, это мои новые друзья. Здравствуйте. Они довезли меня до дома. Друзья, с которыми ваша дочь собирается судиться. Здравствуйте, Вера, я вас узнала. А это ваш муж? Бывший. И будущий. Где-то я вас видел. В церкви. Вы мне милости не хотели подать. Галина Васильевна, позвольте дать вам совет. При выборе адвоката будьте осторожны. Прежде всего, надо завериться рекомендациями людей, которым вы действительно верите.
Не знаю теперь, есть ли в этом смысл. Есть один человек, безусловно, порядочный и настоящий профессионал. Ты сошел с ума. Ты найдешь Галине Васильевне хорошего адвоката, и мы проиграем процесс. Я видел эту Леру два раза в жизни. Первый раз лет 6 назад. Летом вы с мамой были где-то в круизе, я вернулся домой не вовремя. А там Владимир Григорьевич, это Лера. Я надеюсь, ты не в постели их застал? Они были в гостиной, пили чай, он рассказывал ей какие-то анекдоты, они смеялись. Но, ты знаешь, я как-то сразу увидел, не чужие люди. Второй раз она мне позвонила года два назад, сказала, что с Иваницким у нее все закончено, и она хотела бы вернуть ему его подарки, ну там, цацки, брюлики. Угу. А ты был выбран курьером, посыльным. Я поехал их забрать. Послушный мальчик. Вера, мне тоже не просто сейчас. Еще бы. Я приехал к ней, она плачет. Говорит, не может забыть Иваницкого. По-прежнему его любит. У нее была истерика, настоящая. Я пытался как-то ее успокоить. У тебя хорошо это получилось. Перестань. Признайся, ты с ней спал? Да, разве только в этом дело? Спал, ничего не было. То есть было, но на грани. На какой грани? Она тут про твои шрамы рассказывала. Подожди, подожди, послушай, послушай. Я же тебе говорю, помутнение. Я мужчина, она женщина. Бывают ситуации, когда трудно... Устоять, да? Да. Но я ведь устоял. Он устоял. Браво. Вера. Извини. Дай мне побыть одной. Парни, стресс. Отец умер. Ты знаешь, Володька же все это очень сильно переживает. Только виду не подает. Да, я говорил с одним толковым психологом. Он сказал, тепло, ласка, сказки. Надо окружить его как мягким плотным коконом, чтобы он там отогрелся, успокоился. Вот такая вот терапия. Ты моя Мэри Поппинс. Что бы я без тебя делала? А ты где была? А я сделку совершила. Купила партию тренажеров. Через неделю улетаю в Данию. Через неделю вступает в силу завещание. Да. Равно с новостью. Володька наконец согласился. Да. Угу. Полчаса назад сказал, ладно, женитесь, и уснул. Значит, завтра же подаем заявление в ЗАГС. Только теперь у меня будет свои условия. Ой, как я устала от твоих условий. Ты откажешься от своей доли наследства. Ну, если она, конечно, есть. Даже если ее не будет, я все равно имею на нее право. Я сегодня разговаривала со своим адвокатом, и он сказал, что несовершеннолетний в любом случае имеет право на часть наследства автоматически. Ты от нее откажешься? Нет. Я этого не сделаю. Откажешься. Я не собираюсь строить нашу совместную жизнь на его деньги. Я буду строить ее на своей. Мы с тобой люди не бедные. Проживем как-нибудь и без этого куш. Иначе я себя уважать не смогу, понимаешь?
прости, Олега. Тебе самой сразу станет легче. Не знаю, не думаю. Вот увидишь, это такое счастье, когда есть кого прощать, когда тот, кого ты можешь простить, любит, жив, здоров, ждет твоего прощения. Постой, ты хочешь сказать, что если бы был жив отец, ты бы его простила? Разумеется. Я так устала. Эти безумные 4 недели, удар за ударом. А ты взгляни на это иначе. Ты потеряла отца, но зато приобрела сестру и брата. Послезавтра нотариус согласит завещание. Тут мне покажут эти сестрицы и брат. Анна, наверное, уже здесь. Посмотри, губы у меня не очень накрашены. На, посмотрись. У тебя даже зеркальце есть, слушай. Под глазами. Круги. Я ведь всю ночь не спала. Аня, наверное, придет такая вся ухоженная. Мам, ну вы как соперница. Ты что, ее ревнуешь? Ну ты же все-таки к нотариусу пришла, а не на какие-нибудь смотрины. А где Олег? Он говорил, что задерживается. Позвонил. А это не Ида? Да, это наша пра. Вместе с копией метательницы. Что это за духи? Шанель? Они давно уже не в моде. Им душатся только дешевые кокотки. Сколько у тебя там осталось? Больше полфлакона. Отдай. Бабушка, ты хочешь сказать, что ты дешевая кокотка? Вера, сколько раз я просила, чтобы меня не называли бабушкой. Что это у тебя висит? Какой-то шар. Это, между прочим, Дона Кэрон, бабушка. Я не знаю, Дон или не Донна, но ты... Днем похоже на повивальную бабку. Тебе сразу отдать или после визита к нотариусу? Ну, лучше сразу. Девочки, пошли. Итак, господа, согласно воле покойного, составленное им завещание будет скрыто и прочитано мною сегодня. 29 февраля сего года, ровно через 40 дней после его кончины. Я хочу сделать заявление. Я не знаю, буду ли я и мой сын включены в завещание, но в любом случае я от него отказываюсь. Молодец, девочка. Высокий класс. Хвалю. Все мое имущество, движимое и недвижимое, завещаю своей матери Ираиде Антоновне Иваницкой с тем, чтобы она, сама унаследовав мое имущество, распорядилась им по своему усмотрению и разделила его между прочими моими родственниками, как сочтет нужным. Как жаль, что не пришел Андрюша. Он уже почти взрослый и мог бы быть с нами. Он не мог, он занят. А потом мы решили, что ему еще рано посещать такие мероприятия. Вы решили? Теперь решаю я. Володя, уходя, поручил мне эту миссию. Итак, сегодня 40 дней, как Володи нет с нами. Помянем его. Ты
3 месяца тому назад Володя пришел ко мне и сказал, что он очень болен. Он сказал, я уйду, а ты посмотри на них, на женщин, которых я любил и которые, я надеюсь, любили меня. Посмотри на них и сама реши, кому, чего, сколько. Еще он велел передать вам, что он просит у вас прощения. У всех, у каждой. Что это? Это последняя картина Володи. Она написана не в его обычной манере. Он не успел закончить ее. Это подарок вам всем и просьба о прощении. Thank you.